ты, когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение. Звенья собираются, длинные цепочки, линия жизни становится точкой. Строчки и дни, стишок за стишком, шлют твое дело с душой и огоньком. Здесь за решеткой начальник, полковник, моя свобода — это радиоприемник. Свободен, словно птица в небесах. Я свободен, я забыл, что значит страх. Я свободен, с диким ветром наравне. Я свободен, наяву, а не во сне. Другим, это значит быть всегда одному. Выбирай, что тебе, сумму или тюрьму. Никому просто так не дается свобода. Из нее нет выхода, и в нее нет входа. Сода для того, чтобы чай был черней. Понятно? Тогда и себе налей. Я участвую в каком-то сидячем марафоне. Хорошо, есть приемник в магнитофоне. Свободен, словно птица в небесах. Я свободен, я забыл, что значит страх. Я свободен, с диким ветром наравне. Я свободен, наяву, а не во сне. Папиросы, ответы на вопросы, допросы. Опять допросы, мой приемник. Односторонняя связь, тире и точки. Арабская вязь, я не могу сказать. Но зато я слышу, я видел, как крыса становится мышью. И то, что не стереть, как сильно не три. Свобода — это то, что у меня внутри. Я свободен, словно птица в небесах. Я свободен, я забыл, что значит страх. Я свободен, с диким ветром наравне. Я свободен.